Алло, кто генерал? Разрешите доложить. Обнаружено 6 неопознанных трупов. Так точно. Огнестрельный, товарищ генерал. На улице перехвата. Что-что? Свидетели? Та что вы, какие свидетели, что вы? Гроза, ночь, гроза ужасная, все наши спали. Что-что? Конечно, так точно. Так точно, вознаграждение объявили. Нет, никак нет, товарищ генерал, пока никто не объявлялся. Нет. Есть, докладывать лично. Есть. Всего доброго. Где же их взять, их свидетели? Я извиняюсь, касса уже работает? Какая касса? Ну, мне получить вознаграждение за убийство. Какое убийство? Ну, на улице перехвата. Работайте. Погодите. Вы что, свидетель этой трагедии? Да, я свидетель этой трагедии. Проходите, садитесь, присаживайтесь. Так, чай, кофе? Нет, с утра только пивко. Ну, это потом, хорошо. Так, ну, давайте, рассказывайте. Еду я сейчас в автобусе. В автобусе, сейчас в автобусе. Смотрю, сосед газету читает. Так. А там, значит, фиолетовым по черному. Так. Значит, хорошее вознаграждение. Я сразу заскочил и к вам. Это вы молодец. Давайте по порядку. Значит, вы живете на улице Перехвата? Я? Вы. Да. Паспорт? А? Паспорт. А? Так. Угу. Погодите. А? Вы же прописаны на другом конце города. Я? Вы. Да. А, живу на улице Перехвата. И с женщиной из одной живу. А, я понимаю, да. Она там прописана. Да, держите, да. Мужа у нее нет, то есть нет, то где она, не знает. Итак, приступим, так? Пожалуйста, значит, давайте. В этот день вы пришли домой. И что? Дальше со всеми подробностями. В этот день мы пришел домой. Так. Значит, сейчас открываю дверь. Так. А там такие подробности. Так. Значит, поляна накрыта на двоих. Значит, запотевший пузырек, Натаха в новом платье. Ну, можно пропустить. Да, о, правильно, думаю, можно и пропустить. Ну, пропустил граммов 100. Смотрю. Так. Натаха в новом платье. Вы это уже говорили. Да, нет, она переоделась. Так. Вот, смотрю. Так. Что такое? Что такое? А платье-то просвечивает. Это не важно. Не скажите. Товарищ мой дорогой мой товарищ. Значит, давайте. Значит, дальше, пожалуйста. Как события дальше развивались? Только я прошу вас, только самое главное. Самое главное. Ну как? Ну, сели на софу, сериал смотреть. Так. Она же смотрит. Так. И самое главное. Так. Меня локтем как? Да больно так. Я говорю, ты чего? Она говорит, ты чего? Опять как? Дать. Ну, понимаю. Так, товарищ, пожалуйста, мелкие подробности пропускайте. Мелкие пропускайте. Пропускайте, да. 8 легли. Так. Дальше мелкие подробности. Пропускайте. Мужа у нее нет. Даша, я понял. Дальше. Дальше опять мелкие подробности. А, ну, да. Ну что, слышу, в 9 часов. Так, в 9 часов. Что такое? В 9 часов. Звук какой-то нечеловеческий. Так, и от окна? Ага, от окна. Ёлки-палки, как бахнет, как сверканет. Ёлыпа. Так. Глаза б шо им не верят. Что там? Не может быть. Не может быть? Что там? Ночь наступила. Началась гроза. Но что интересно, значит, в 11 часов... Что в 11 часов? Как она мне локтем как даст? Мелкие подробности. И пропускает. Мужа у нее нет. Выстрелы были? Какие выстрелы? Убили 6 человек. Да вы что? 11 часов! Так, идите с Богом, я прошу вас, идите ради Бога, с Богом отсюда, я... Но что интересно, в 12 часов? Что в 12 часов? Слышу, вроде как стреляю. Стреляю, так, давай, до 12 часов, так? Так,
Так, стреляли совсем рядом, да? Да прямо над ухом, так, ёлочка! Совсем рядом, выстрелы, так? Да. Сколько выстрелов? Значит, сейчас раз, два, пять, семь, восемь, девять, двенадцать. Шесть выстрелов. Я Натаха, я говорю, Натаха, слышишь, вроде ж стреляю. Да? Натаха слушала. И локтем как? Мелкие подробности. Пропускай. Да там шесть трупов вообще, вы знаете об этом? Дальше что было? Ага, дальше даже дёлки падли. Думаю, ну что ж такое случилось? Думаю, надо выйти ж посмотреть. Так, куда выйти? На балкон. На балкон, так. Смотрю. Что такое? Что такое? Не может быть! Не может быть! Глазам своим не верю! Не поверил глазам второй раз? Что там? Шесть трупов. Трупов шесть. Товарищ, дорогой, подождите. Значит, увидели шесть трупов, так? Спрашивается вопрос очень важный. Так. С места преступления никто не убегал? Убегали. Нет! Не убегал никто. Все шесть трупов лежали в алфавитном порядке. И что? И все. А вот я хотел спросить, с вознаграждения налог берут? Да с вас не возьмут, товарищ дорогой. Еще один очень важный вопрос. Так? Скажите мне, пожалуйста, рядом из живых никого не было? Не было. Были. Не убегал никто. Ну, живые были. Так что ж вы о главном-то молчите, дорогой вы мой человек? Сюда только пиво. Да, пошли. Сейчас пойдем, сейчас. Так, значит, вы чувствуете, кто-то рядом из живых? Да, чувствую, кто-то рядом из живых. Так. С одной стороны, так вот, вот так все, вот шесть трупов. Так. А с другой кто-то шевелится. То есть подает признаки жизни. Да, кто-то у меня за спиной подает признаки жизни. И вдруг. Так. Мне за плечо рука. Бэмс! Я поворачиваюсь. И? Кстати, а налог где вы? Да не вести, да вы поворачиваетесь, и? Поворачиваюсь, и? Стоит. С пистолетом? Без. Хорошо. Одежду можете описать? Конечно. Без. Одежды. Совсем? Нет. Нет? Не. Совсем. И говорит, тебе не холодно? Я говорю, холодно. Ответил, холодно. Она. Пойдем спать. Кто? Она. Натаха. И локтем как? Мелкие подробности. Пропускаю. Мужа у нее нет. Все? Все. Мелкие подробности. Ну что, пойдем? За вознаграждением. Кассу уже открыто, а потом по пивку. А потом по пивку, пойдем, я тебе сейчас дам. И вознаграждение тебе дам. И пиво я тебе дам. Я тебе все дам.